под гору, на гору. Только вот этот 90, который здесь будет, или здесь там, сразу убегаешь, если что там начинает светить, просто убегаешь. Я долечу туда, на А3. Да сдохнешь ты сейчас там на А3. Ну ровно. Давай лучше какая-то там кустах на пригорке стандарт. Понятно, они влево играют, все уже дальше. Можешь пролетать на А3. Горе делать нечего с моим склонением. Кто знает, как сюда заезжается на этот вот байбер? Где-то заталкивать надо. Нет, там сам заезжаешь. О, я Г-88, пацаны. Он за камнем стоит, Сарчик. Нет, не за камнем. Кто светится, тот дурак. Этот пот мне блайндом кинул и попал. Нет, я светился. Чё я? Я светился лично. Так, пацаны, сейчас. Я не пойму, она на верхушке там стоит? Нет. Пробитие. Бутинитов установлено, можно ехать. А, ну всё, я вот. Я свечусь тут, пацаны, постоянно вот тут на пригорке, как выкатываюсь, так и свечусь. Готов. Постоял. Так, ну проходим, может, по низу? Нет, лифт. Блин, да каждый раз свечусь. Так. Вот этот 90-ик, едь с ними, подождите. Да, Скорпион, откатитесь пока. Вот этот 90-ик, едь с ними. Проскочишь и... Да нет, пока не надо. Вот этот 90, едь сюда к нам. Или... Подожди. Светился там? Ладно, дайте я расскажу, что делать. Сейчас будете убивать отсюда, из инвиза. 90 будет подсвечивать, а вы будете просто убивать эту вот, байду. 90 по куст где-то найди, тут где-то куст. А вы, пацаны, там 15 метров, там 18, 20, 48 тысяч миллионов, отъезжайте от куста и стреляйте, чтобы не светились по вот этому голову. А 90 просто без стрельбы встает и светит. Класс, у меня что лампа сработала, просто как-то засветили. О, я уже не свечусь, странно. Тут кто-то уехал, 90 видно был. Блять, какая точная хуйня. Промазал с такой дистанции. Получается у вас там что-то? У меня склонений нет. Катываться приходится. Но он так устал, я немножко не пробиваю. Сейчас что-то найду там. Пацаны, стойки, он нагло стоит вообще. Есть отставить. Стал удачно, там куст перед ним. Что-то блинда не летел. Ох, я свечусь, охренеть. О, потратим фугасик на него лучше. Мазай, ты куда спустился-то? Ох, тут он там майор такой у нас. Так там же башенка расковыривается, командирская. Расковыривается, только у меня склонения нет. Так, пацаны, 90-ик проезжай сюда и вы вместе с ним. На угол. У меня ж пушка лежит прям на корпусе. Куда там склоняться? Так, зацеливайте, кто может сюда, в эту часть. Как-то так. Что мне не светится?
Смотрите, что делать надо будет сейчас. 90 подкатишься, а вы сюда ближе, чтобы увидеть это, а вы будете сказать туда. Дальше я не подкачу. Так, блин, Мазай, куда ты поехал? Пацаны, у нас раш идет, видите? Если третий, вернитесь сюда. На позицию. 90 сейчас будет, надо будет подсвет, они сейчас проездят. Свети, будет проезд. Пацаны, вставайте с горки, зацеливайте пока. Блин, 90. Ты что, не засветишь их больше? Или они просто перекатились? Так, сколько здесь танков? Два. Броня не пробита. Два. А было 4. Да, они уже поехали. Поздно ты засветил. Убегают, все. Нет. Так, смотри. Их сейчас надо будет поломать, когда не тройки. Они ушли за гору совсем. Блин, Зендри, я его не пробиваю, короче. Просто рикошет у меня там, еще что-то выдумывает. Так, ФСМ-ка. Давай сейчас с угла отстреляем, Лаки. Ага, сейчас надо вот этих распедалить двух. Вы там пока занимайтесь вот этими, занимайтесь. Зандер сейчас жопу получишь. Так, там никого не осталось. Блин, я еще и голдой шмалю, вообще хрень. Опять рикошет. Какой раз, Поражение вылезет, шанс взрыва увеличен. Есть пробитие. Они тут давят серьезно. Здесь попадаем. Убегай. Лаки по левому стреляй. Вот этого. Диносик, сам закрылишь этого события, не? На гуслях 90, давайте. Поможем 90. Ай, не поторопился. Так какого черта я не пробил? Боже, это уже кисель начинает. Я тоже не могу пробить. 15 хп, пацаны. Это вот что-то у меня такое может быть, да? Эти 15 хп мне попали. Там тройка. 90, поедь забери. Подожди, пацан. 90, поедь забери. Там вообще какой-то пик остался. О, тут еще 90. Помогите мне тут с этими архитами. Хулиган где не решал. Еще один, набирайте. У вас 30 секунд. Вот животное. У меня животное хотело зрение решить. А у них еще стойный был деформа. Вы что, не пробил? Не пробил, блядь. Да. Коечку я должен больше не пробил. Еще раз не пробил, отлично просто. Да я не пойму, что такое стоит.